поговорим о датах, когда можно менять свою судьбу. Начинать какие-то там дела. Ну, мы знаем лунный цикл. С началом лунного цикла можно затевать что-то там делать. И вы попадете на биоритмы лунного цикла. И он вас понесет. То есть с началом лунного цикла. С концом его завершать. Это так, маленькие дела. Очень хорошо начинать это дела так побольше в зимнее солнцестояние. Это где-то 22 декабря. Это уже можно такие дела начинать на целый год. Солнце здесь начинает больше давать энергии. И как-то это косвенно сказывается и на развитии какого-либо дела, которое вы начинаете. Так. И, наконец-таки, вот индивидуальные даты. Это день рождения. Вот в день рождения, до дня рождения принимаете решение, а потом уже начинаете после даты рождения его воплощать. То есть дата рождения является тоже таким индивидуальным мерилом для того, чтобы начинать жизнь по-новому. Доброе здоровье. И вот как раз у меня 20 сентября такая несколько кругловатая дата, 65 лет. И вот я думаю начать более серьезно заниматься сочинительством музыки, то есть несколько в ином направлении направить свое творчество. То есть все это было как-то так несерьезно. Такие попытки, пробы, которые показали, что в целом все нормально. Этим делом надо заниматься. И будет толк. Для этого надо... Уже и программы есть на компе. Надо просто-напросто изучить программы. Доброе здоровье. И, естественно, пробовать. Ну, примерно как вот с программой Final Cut для создания видео. Начал заниматься. Показать показали. Слегка научить научили. То есть начальное. А дальше уже пошел сам. Я тут не глядя вставляю все там. Начало, конец. Разные переходы. Наложения. Ну, получается нормально. Нормально. А где-то даже хорошо. Вот тут надо просто почаще в эту программу углубляться, не расслабляться, и что-то будет получаться. Вот я этим делом все зрел к нему и решил начать. Прекрасный вид, отличный вид. Мы с вами поговорили, когда лучше менять свою судьбу с учетом биологических ритмов.
Однако, если человек созрел, но для этого надо созреть, круто изменить можно свою судьбу, свою жизнь в любой момент. Иногда бывают обстоятельства, так складывают, что резко меняют нашу судьбу, ну, которую мы вообще-то подготовили к этому. Либо человек созревает и решительно действует, меняя вектор своей жизни в целом. Доброе здоровье. Здорово, все хорошо. Все хорошо. Метры меряешь? Да. Метры меряешь.